влог. Сегодня у нас... А в Пятерочку не пойдем, Милан? Не пойдем, в Дикси, я сказала. Ну, пошли в Дикси. Вышли с Миланой, сегодня воскресенье. И считай... Ой, нет, сегодня суббота, что ли? Суббота сегодня. И у нас сегодня весь день посвящен переделке мебели в Кирюшиной комнате, потому что выкинуть жалко, а продать... Вот у нас была кровать-чердак у него. Ну, кровать мы уже давно сняли с этого чердака, потому что невозможно было туда вообще лазить, менять постельные. В общем, у кого есть девочки кровать-чердаки, да даже если вы думаете покупать кровать-чердак ребенку, не думайте, даже не покупайте, не берите, потому что очень сложно, во-первых, стелить постельные, туда мне было залазить сложно. Я там весь, вот даже сидя, потолок упиралась, у нас вот 2,50 потолки. 2,50, по-моему, 2,30, я не помню уж точно. Разобрали мы эту кровать-чердак. Мне было интересно, что получится. Собрали шкаф из него. А кровать будем еще собирать. Что получится, ну, не знаю, в этом блоге про кровать я скажу или нет. В этом, наверное, только про шкаф, как мы его модернизировали. Сложно было, но интересно. Оставайтесь со мной. Сейчас переделываем шкаф. Вот так вот еще бардак, какие инструменты тут. Шкаф пришлось переделать, потому что там он занимал целый угол, и пришлось его переделать, чуть поменьше отпилить вот эти вот углы. Вон стоит угол, отпилили два таких угла, отпилили, чтобы он в угол не вставал, а вставал сюда за дверью к стенке, вот к этому шкафчику. Эта лестница была, это, в общем, был у нас кровать-чердак. Фотку поставлю, какой он был, как мы его переделывали. Все расскажу, объясню, сколько ушло денег на этот ремонт. Но это очень бюджетный, очень. Кого слепили, кого-то слепили. Милана кого лепит? Ебот. Сердечку. Ой, какая хорошая сердечко. Она без ротика? Да у нее нет ротика. Нет, да? Нет ротик. Вот уже. Все, уже собран. Да, этот уже готов. Тебя тоже готов? Нет, не готов. Можно еще кого-то слепить. У нас вот еще какие ножки есть. Можно с ротиком даже. И с одним глазком. Можно уточку слепить. Уточку? Да, уточку можно слепить. А, вот еще какие-то ножки, да, есть? Да. Носик. Ножки-то батуски. Носик. И крылышки еще есть, да? Да, они дают крылышки себе. Значит, можно еще кого-то нам еще слепить. Вот. И с одним еще глазом. Еще очки даже есть. Можно с очками слепить кого-нибудь. Ну, давай еще кого-нибудь слепим. Слепим с Миланой, пока у меня чайник там закипит. Так, вот, девочки, показываю после переделки. Вот это вот стол получился. Вот эта лестница. Сделали полочку. Вот так вот перевернули. Сделали вот такие вот перекладинки тут. Получилась полочка. Вот такая полочка вышла. Стол тоже. Тут еще вот эта доска из-под стола осталась. Стол пришлось отпилить. Он очень был большой. Мне кажется, так сойдет. Это мы также оставили здесь, не убрали. Где у нас ноутбук, но это все оставили, мало ли что. Может, ребенок захочет компьютер. И вот такая вот вышла кровать. За шкафа чердака вышла вот такая вот кровать. Поставили ее на... В общем, то, что оставалось с нее, ножки сделали. И саму кровать сняли, и вот так вот вышла кровать. Нормальная кровать, полноценная. Не шатается, не скрипит. В общем, вот такая кровать. Лестницу оставили на том же месте.
В общем, прикрутили ее обратно, приделали. И вот такой вот вышел шкаф. И он уместился как раз за дверь. Много места не занял. Когда он стоял там, в том углу, он был очень большой. Здесь он стал небольшой. Но, в принципе, все в нем осталось так же. Вот здесь вот полочки. Пистолет лежит. Кирюша, блин. Пистолеты кругом. Здесь вот полочки с этой стороны. Это у меня вот в ящичках у него рубашки, футболки. Здесь, как обычно, наверное, бордель уже. Здесь вот вешалки, ну, то, что на вешалках. И там опять внизу коробка и... Ой, тут принадлежности для бассейна у него. И коробка с носками. И вот этот вот шкафчик, он так и был. В общем, мы переделали. Вот такой вот шкаф сделали. Я, конечно, чертила немножко не такой, но получился вот такой. Еще остался материал даже у нас. Вот эти вот досочки остались куда-нибудь. Можно что-то еще из них сделать. И вот тут вот еще... Тоже осталась от стола штучка. Так что вот такая вот переделка мебели у нас получилась. Ну, я думаю, неплохо. И зато здесь места в комнате теперь осталось. А из-за этого шкафа вот тут вот было все занято. Весь угол вот до сюда. Вот это вот все было занято шкафом. Теперь здесь просто кровать. И тут вот даже получилось, что кресло поместилось. Но еще пока все в таком состоянии, потому что еще много чего не сделали. Так что вот такая переделочка у нас получилась с мебелью. Не покупайте эти шкафы, ой, как его, кровати, чердаки, потому что они занимают очень много места. Миланочка у меня опять занята делом. Она теперь сегодня раскраску раскрашивает, да, Милан? Что это ты раскрашиваешь? Как его зовут? Крош. Крош, малышарик, да? Да. Крошек. Малышарик. Ты любишь раскрашивать и рисовать, да, Милан? Ну, ее хлебом не корми, а дай пораскрашивать и порисовать, да, Милан? Все что-то делает, делает. Ну давай, делай. Time stops when I'm falling for you.